ЦАХ вновь обманывал потребителей. Прокуратура выявила нарушения в деятельности компании, связанные с начислением повышенной платы за вывоз отходов жителям Кувшиново, деревни Могилевка и поселка Красный Городок. Заметим, что это далеко не первый случай, когда регионального оператора привлекают к ответственности за неверное начисление платы. Установлено, что предприятиям были поданы неверные сведения в ЕРКЦ относительно количества граждан, проживающих в ряде домовладений и жилых помещений. Таким образом, потребителям пришлось переплачивать за поставляемую услугу. В адрес генерального директора ООО ЦАХ внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено. Одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Гражданам произведен перерасчет за предоставленную коммунальную услугу. Кроме того, прокуратурой в отношении юридического лица и организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которого виновным назначен штраф в размере 23 000 рублей.